Звук «к» в имени твердой и колкий при звучании настораживает, вызывает напряжение. Этих людей с головой затягивает литература, что и свою дальнейшую судьбу и карьеру они строят по аналогии с любимыми героями из детских книг. Чрезмерные гордыни носителей имени с буквой «к» мешает им осуществлять намеченные планы. Предупреждение владельцу с буквы «л» не тратить жизнь впустую, а найти свое истинное назначение. Люди с буквы «г» в этом имени нередко страдают от отсутствия такта, поэтому в любовных отношениях часто меняют партнеров. Буква «л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Внешне человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Человеку с буквы «к» в имени всегда присуща загадочность. Он может тайно иметь хобби и не желать, чтобы об этом знали, и наделен способностью хранить чужие секреты. Также считается, что букве «А» в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. Там, где другие 10 раз свернули бы себе шею, владельцу этого имени повезет. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Эти люди ответственны и терпеливы. Этим людям можно верить, они верны своему слову. Владельцы этого имени всегда стремятся подняться на высший духовный уровень. Носитель этого имени часто неукротим и склонен к дерзости. Но дерзость проявляется очень мягко и звучит как требование. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «и», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Этим людям также характерно стремление поделиться своими ощущениями и знаниями со своим партнером. Люди, в чьих именах имеется буква «г», любят рисковать и искать нестандартные пути. Буква «н» в этой личности говорит об строгой избирательности в сердечных привязанностях, а также в словах и поступках. Этому человеку трудно подниматься по служебной лестнице, и поэтому он порой ищет возможность реализоваться в свободном творчестве. В тех именах, в которых встречается гласная буква «а», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Буква «у» в этом имени отвечает за гуманизм, хорошо развитое воображение и острую интуицию. Буква «б» в этом имени означает сильный пробивной характер, стремление во всем добиваться успехов. Эти люди должны изменить свое отношение к миру и обратить внимание не только на материальные, но и на духовные и интеллектуальные аспекты человеческого существования. Должны проявлять больше человечности, великодушия и понимания к окружающим. Редко встречающийся в именах звук «у» воспринимается на слух свежо и оригинально. Эти люди могли бы без труда достичь успеха и накопить состояние, занимаясь бизнесом, но такого рода карьера не принесет им удовлетворения, поскольку их важной целью и всепоглощающей внутренней потребностью является поиск истины и совершенствование своего «я». Буква «г» дает носителю этого имени непредсказуемость и неожиданность. Звук «н» в имени этого человека считается знаком протеста. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.